Здравствуйте! Сегодня мы провяжем с вами ушко Микки Мауса. Делаем колечко. В кольцо мы провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И последний, 6. Затягиваем нить в первый столбик. Мы прикрепляемся. Теперь нам нужно провязать 4 столбика по 2 столбика с одной точкой вкалывания из каждого столбика. Делаем воздушную петлю. Провязываем 1 столбик. Отсюда же провязываем 2. В следующий провязываем 1 столбик. Второй, 1 столбик, второй, 1 столбик и второй. Последние два мы не довязываем, 1 и 2 не довязываем. Делаем воздушную петлю подъема. Отсюда, откуда мы с вами начинали, провязываем столбик. Следующий столбик провязываем 2 столбика с одной точкой вкалывания. Снова 1 столбик, 2 столбика с одной точкой вкалывания, 1 столбик, 2 столбика с одной точкой вкалывания. 1. Два столбика и последний мы провязываем 1 и последних мы провязываем 2 столбика 1 и 2. Воздушная петля. Снова отсюда, откуда мы с вами начинали, мы провязываем 1 столбик, во второй столбик провязываем 2 столбик, в третий столбик мы провязываем 2 столбика с одной точкой вкалывания. Снова повторяем 1, 2, в третий 2 столбика. Снова 1, 2, в третий 2 столбика. Повторяем 1 столбик. Второй столбик, в третий 2 столбика, 1 столбик, второй столбик, в третий 2 столбика. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по столбику этого ряда. Ничего не прибавляем больше, просто провязываем столбиками без накида столбики предыдущего ряда. Провязали последний столбик. Обрезаем рабочую нить и закрепляемся. Как всегда, прячем вязание на хвостики.
остатки удаляем. То же самое повторяем и с этим хвостиком. Здесь мы можем, в принципе, спрятать его вот сюда, потому что все равно мы его будем пришивать, это ушко, поэтому оно пришьется и будет незаметно. Вот такие ушки Микки Мауса у нас получились. Всем удачи, до свидания.